друг другу, мы получается какая-то магия, и как вы там еще писали, я не помню, что-то прям очень сверхъестественное. Я решила, почему бы не повторить то, что мы делаем онлайн, только в офлайне. Хотела бы пригласить на эту сцену Сашу. Сашу. Добро пожаловать в нашу семью. И мы хотим для вас спеть несколько очень душевных, красивых композиций своими вот этими вот прекрасными голосами. И первая песня «Конь Любе». Пойдем с конем по полю вдвоем.
концертах. Но я честно вам признаюсь, она мне надоела, поэтому сегодня для меня это честь и хорошая возможность исполнить ее немножечко в новом варианте. Дернер Данс. You're my boy.
У нас зачет. Все на коленях трясутся. Следующую песню мы исполняли на одном из стримов. Было очень чувственно. Да, было очень чувственно, и она вам тоже очень понравилась. И мы решили, почему бы ее не повторить, только в лайв-версии. Именно живой, как это называется? Лайв. Там же тоже был лайв. А тут более лайв. Это лайв 0.02, да? Окей, хорошо. Одно и то же. Одно и то же. О, да. Как дельфины, мы уходим в плавание. Именно такие песни, такие вот полународные, какие-то душевные. Наверное, потому что наши голоса очень хорошо звучат именно в этом жанре. В переливах, да? Да. У нас минусовочка осталась, вот моя, Show Must Go On, да? А исполнение немножечко как будто бы поменялось, но для меня точно, потому что нас двое, и мы как бы должны петь в два голоса. А я вообще такой артист очень сольный, и для меня петь в два голоса — это как бы...
С чего вдруг я должна под тебя подстраиваться? Поэтому подстраиваемся друг под друга. Но Саша очень комфортный человек, поэтому она даже не заставляет меня ничего делать. Я как-то сама так опа, и бабах уже второй голос звучит. Да, у меня не так хорошо получается импровизировать, как у тебя, но опыт у меня уже набирается потихонечку, уже два стрима прошло, получается, на 6 часов. На будет еще лучше. 6 часов мы с тобой проработали, кстати. Да. Поэтому давайте мы послушаем эту песню, а мы для вас ее споем, и я надеюсь, что вам правда понравится. Насколько сильно у нас разница в импровизации, и... но я делаю что угодно. Да, пожалуйста. Очень люблю таких
индивидуальных людей. И сейчас этот индивидуальный человечек споет для вас свою песню. И вот вы хорошо сказали, что нужно подпевать, потому что сейчас нужно будет ей немножечко помочь. Я надеюсь, вы не против, а я пойду немножечко попью воды после... Ой, то не вечер. Спасибо тебе большое. Я тебя подмею на эту песню. Давай. Вот когда Диана позвала меня сюда, она сказала, что гнездо глухаря, она не первый раз здесь выступает, она меня предупредила. И она сказала, что у вас здесь всегда такая душевная, уютная обстановка, что я и вижу, действительно, так и есть. Это прекрасно. Ну, мне встал вопрос, какую свою песню хочу я вам показать. И вот когда я узнала, что здесь так уютно, я сразу поняла, надо петь песню «Давным-давно». Да, некоторые ее уже знают, и они знают, что ее буду петь не только я. Дело в том, что я попрошу вас тоже участвовать, если вы не против. Сейчас объясню, не бойтесь. Там в один момент нужно будет крикнуть «Хей!». Я покажу вам рукой. Вы согласны на это? Да! Да? Давайте попробуем перед тем, как начинать, да? Я показываю, вы кричите «Хей!». Давайте. И... Hey! И... Hey! И... Hey! И... Hey! Ого, да у вас прекрасно получается. Отлично. Тогда поехали. Thank you.